мы с ним в Москве несколько раз уже встречались и проводили совещания. Вот обидно одно, что губернатор должен брать это все на личный контроль. Потому что, в принципе, это зона ответственности и проект городской, тем более мы его полностью профинансировали, отдать должное строителям графики, но задачи, которые обсуждаем, они очень серьезные. Это не только строительство драматического театра, это проведение фестиваля. С этой инициативой выступил губернатор Валерий Васильевич Радаев, но фестиваль он ко многому обязывает. Потому что это и гостиница, это и благоустройство города, это и дороги, это места отдыха, места питания, там, кафе и так далее. Поэтому мы этот проект рассматриваем не только как вот в чистом виде строительство здания драмтеатра. Хотя и это важно. Мы вот вспоминали, 36 лет не было здания театру 100 лет, из которых 36 лет просто без здания своего. Художественный руководитель здесь уже ни во что не верит, но сейчас вроде все это идет к тому, что театр обретет свое здание. Но мы, видите, даже говоря о здании театра, немножко подходим шире.